экономических связей с одним из наших ключевых партнеров, с Украиной. Комиссара по торговле господином Дюхтом и с его коллегами «Газпром». Понятно. То есть в общей сложности долговое бремя, которое может быть предъявлено к взысканию, составляет 16 миллиардов 600 миллионов долларов. Это огромные деньги. Да, это точно соответствует контракту. Вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и «Газпром» воздержаться пока от применения этих возможностей, вытекающих из контракта, вплоть до проведения дополнительных консультаций. Мы рассматривали, одна группа рисков связана с фактически... Если, конечно, наши партнеры на эти консультации согласны. Если не согласны, тогда и вопроса нет. Тогда будем действовать в соответствии с контрактом. Это очевидная вещь. Миллионов и миллиардами долларов до сих пор.